Романова, Харьков. Ирина Новикова, Харьков. Роман Ольга, Харьков. Денис Федоров, Харьков. Юрий Спиркин, Балкова. Ирина Тарасенко. Добрый день, уважаемые родители, танцоры. Очень приятно, что сегодня получается красивый праздник. Я надеюсь, что вы все получите удовольствие. У меня есть для вас интересная информация. На нашем мероприятии мы проводим необычный конкурс, он называется «Лучшие танцевали». И проводится этот конкурс среди всех участников, которые танцуют соло, или среди всех участников, которые танцуют в парах. Вы можете зарегистрироваться в эту категорию, и ее будут оценивать судейская бригада, «Фиксив» и «Нолик». Это произойдет в конце этого отделения, и мы сможем определить фактически лучшего танцеватора по мнению непрофессиональных даже где-то судей. Ну и второй очень важный момент. Родители меня слышат. Самое важное. Вы сегодня пришли с детьми не для того, чтобы они выиграли и заняли первое место, хотя и это тоже хотелось бы, чтобы было. Самым важным является это то, чтобы все-таки сегодня вы получили удовольствие, пообщались со своими детьми в любой обстановке, пережили с ними какие-то стрессы, радости и так далее, понаслаждались общением и как будто вы сходили в парк или еще куда-то. Я надеюсь, что все понимаете, о чем я говорю. Всем желаю сегодня удачного дня, легкого паркета. Спасибо большое. На перерыве не спешите уходить, пожалуйста. Ча-ча-ча. Раз, два, три. Ча-ча. Раз, два, три. Ча-ча. В этой категории под номерами 6, 10, 38, 280, 299 и 303. Медленный вальс. Для этого нам нужно занять все пространство нашего танцпола для того, чтобы мы друг другу не мешали. И занять его так, чтобы вы могли нас видеть. Расставили в бок, мы просто смогли сделать вот так вот, чтобы нам никто не мешал. Договорились? Все нас видят, ребят. А еще громче, ответите, все нас видят. Сколько я показываю пальцев? Сколько пальчиков? А сейчас? Неправильно, это ты дышишь. Вы напросты. Вы смотрите, рисовать вот так вот солнышко умеем двумя ручками. Двумя. У меня просто в одной руке микрофон. Супер. А вот так вот присесть сможем? А побарабанить двумя ручками сможем? А еще энергичней. Барабаним! Супер. Снова встаем. Затем делаем барабанчики вот такие. То есть назад. Вот так вот. Делаем прыжки.
прыжок вверх и хлопаем.